перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал в гостях у Красти. Здесь сможете найти Майнкрафт с различными модами, прохождение карт, игра в Assassin's Creed и также игра в Farming Simulator. Поэтому, если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона, где сегодня мы будем продолжать ловить, искать и просто прокачивать наших покемонов, и также в этой серии мы попробуем скрафтить мастербол. Да, посмотрим. Но все же, ребята, перед этим я бы хотел вас попросить участвовать в нашем развлечении, и давайте посмотрим, какое же оно будет в этой серии. Ребята, я бы также очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 1000 лайков, то сразу же выходит следующая серия Пиксельмон, я вам, ребята, обещаю. Или, в принципе, будут серии Пиксельмон каждый день, а не каждый там 3, каждые 4 дня, поэтому когда выйдет серия Пиксельмона, зависит только от вас. Также не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться, я отвечаю на ваши вопросы в комментарии под этим видео. И также не забываем вступать в нашу большую дружную семью, я вот прям тебя хочу попросить подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Поэтому подписываемся и делаем просто-напросто круто, потому что я реально буду этому очень сильно рад. А мы приступаем, ребята. А сейчас, ребята, я, если честно, пока что не знаю, какие следующие шаги у нас будут. Но все-таки один из моих подписчиков отправил мне скрин того, как крафтится мастербол. Сам мастербол он не скрафтил, то есть только скрин. Я бы хотел в этом убедиться, действительно ли это так, действительно ли можно его скрафтить. Если да, то это будет просто нереально круто, потому что все-таки крафт мастербола это должно быть что-то невероятное. Давайте, в принципе, сейчас сразу же приступим. Сначала... Давайте, может, пойдем за обсидианом. Ведра у нас, к сожалению, сейчас нету, но все же это не так уж и трудно его сделать, или он у нас даже есть там в сундуке. Поэтому давайте возьмем одно ведро и потопаем. Ребята, крафт я сначала вам показывать не буду. Почему? Потому что я просто-напросто не хочу вам предоставлять какой-то лживый крафт. Мне нужно сначала хотя бы саму посмотреть, действительно ли крафтится мастербол. А после этого вы можете уже сами его использовать, этот крафт, и сами крафтить его. Потому что если он не работает, то я просто не хочу воспихать лживой информацией. Посмотрим. Так, давайте быстренько убьем вот этого покемона. 45-й. Не знаю, сможем мы его вообще убить. Сможем. Твою мать. Еще сейчас вот эту заразу убить нужно, которая на нас напала. Если... Да, Квилава. Квилава, пожалуйста. Вряд ли ты его убьешь. Там у нас еще есть Соломенц. А, не. Круто. Флеймшер. Ага. Давайте вот это заменим. Давайте вылечимся. Окей, хил и потопаем. Ну что? Этого покемона, ребята, многие мне говорят, когда видят, что там заспамилась третья эволюция, мол, почему ты не словил, потому что, ребята, во-первых, я не хочу ловить того покемона, если я бы его захотел словить, то я бы словил. Также, плюс к этому, зачем мне третья эволюция, если я ловлю покемонов только с первой эволюции? Третья мне, ну, в принципе, не нужна, поэтому... Нету большого смысла. Давайте еще посмотрим. Посмотрим, какой будет наш Тайфлоужен. Давай. Круто. Давай. Замечательно. Давайте посмотрим на него. И... Замечательно. Мы же еще даже не дошли до обсидиана, потому что я уже хотел сделать что-то другое, но по дороге мы просто убивали покемонов, поэтому еще пока что. Нам воду нужно. Вашу нафиг, я опять забыл. Это сюда. Ой, это сюда. Вот так.
Давайте быстренько возьмем воду. Что там нафиг с нашими рыбацкими сетями? Я тоже про них вообще забыл. Они возле нашего дома. Сейчас посмотрим, что мы там наловили. Так, воду. Давайте вот сюда. Вот так. Там не громко. Давайте где-то вот так. И давайте обсидиан добудем. Посмотрим, ребята. Нам нужно... нам нужно вроде только два обсидиана. Да, это немного. Быстренько добудем. Также нам нужен краситель. Да, ребята, краситель. Три красных красителя. То есть нам нужно добыть три розы. Это, в принципе, не так уж и сложно. А с этих можно добывать? Мне кажется, что да. Да, можно. В принципе, тогда еще проще. Замечательно. Так, круто, пошли. Ух, так. Я уже могу, наверное, скрафтить. Попробовать скрафтить, а не скрафтить, потому что это две разные вещи. И где наши... Вот они. Магия с моря? Нифига себе. Это что еще такое? А что мы словили, что там магия? А, книжечку. Отдача 2. Полезная вещь. Именно для Пиксельмона это очень полезная вещь. Ладно, сейчас. Давайте вот сюда поставим. О, тут еще что-то выпало. Давайте вот это поднимем. И тут еще что-то выпало. Давайте вот это. Нет, давайте вот это поднимем. Замечательно. Ну, я не скажу, что прям супер-пупер лут, да, нам выпал. Но все же, хотя бы что-то, можно и так сказать. Хотя бы что-то, это тоже нормально. Так, возвращаемся домой быстренько. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что нам нужно? Одна кнопочка нам нужна. Давайте ее возьмем, если она у нас, конечно, есть. Только не говорите, что у нас кнопочки нету. Так. Да, ладно. Что мы можем выложить в данный момент? Я не знаю. Давайте вот это выложим. Кнопочка. Где наш игрок? Один. Дальше. Три лазурита. Да там дождь идет. Дайте я выключу его, я не хочу сейчас дождь. И три алмаза. Да, ребята, три алмаза. Это офигеть. Ну, в принципе, если мастер Боу за три алмаза, то это хрень, можно сказать. Поэтому посмотрим сейчас. Так, ну, мне вряд ли кажется, что это правдивая история, но сейчас увидим. Ладно. Так. Ставим сюда. Один, два. Даже вот так доста. Да, достаточно. Да. Дальше. Просто я смотрел, сколько нам нужно. Там вроде только три красителя фиолетовых нужно. Поэтому я и думаю, достаточно или нет. Думаю, что да. Так, ладно, это сюда. Ну что, ребята? Нет, ни хрена не крафтится. Чувак, ты ошибся. Ребят, это просто мне человек скинул скрин. Я вам, наверное, сейчас даже скину скрин скрина, да, как он мне скидывал и как он мне написал, что вот, мол, так крафтится мастер Болл. К сожалению, он ошибся, мастер Болл так не крафтится, поэтому мы хотя бы попытались, я и на этому, если честно, тоже рад, потому что так бы я себя мучил там историями, а крафтится ли мастер Болл или не крафтится ли мастер Болл, а так мы с вами попробовали и видим, что не крафтится. Так. Ладно. Фу, ребята, я извиняюсь, если я очень тихо разговариваю, но, к сожалению, я сейчас не могу орать. У меня 6 часов утра, я проснулся, чтобы серию сделать, а то мне через 2 часа на работу идти. Даже меньше.
Ну ладно, не факт, я надеюсь, то, что не прям супер-пупер тихо разговариваю. Поэтому думаю, что более-менее нормально, хотя бы надеюсь. Так, ладно. Это сюда, это сюда, это сюда. И вроде все. Так, это сюда. Что мы еще можем выложить? Что я тут выложил? Не, вроде все норм. Вроде все норм. Так. Сейчас сюда. А сюда мы это не можем поставить. И вот это не можем поставить. Значит, вот сюда. Замечательно. И воду, и воду, и воду. Так, ладно, давайте сначала выльем воду. Она, в принципе, больше не нужна. Зачем мы ее будем таскать вместе с собой? И она будет просто-напросто лишний слот занимать в сундуке. Вот так вылили, да и все. Ну что, ребята, может сейчас мы еще пойдем на поиски покемонов? Вот эту серию я просто хотел посвятить, крафтится ли мастербол или нет, потому что мне тоже было, если честно, интересно. Но, как вы видите, он не крафтится. Да. Тот чувак просто-напросто ошибся. Не знаю, честное слово. Ладно, проехали. Проехали, проехали, проехали. Давайте... Значит, в принципе, будем дальше обычным путем добывать мастерболы, как обычные, как обычно мы делали, просто собирать монетки, обменивать и потом покупать тут. Мы уже, в принципе, можем купить два мастербола, поэтому уже нормально. Так, это сюда. Замечательно. Фух, ну что, ребята, вроде ничего не забыли, мы можем пойти поискать хотя бы еще каких-то покемонов, как думаете? Мы, в принципе... А в следующих сериях попробуем найти еще один гим, да, может какой-то другой, посмотрим, я пока что, ребята, не знаю. Куда мы идем? В джунгли? Ну, в принципе, о, ну вот этих можно запинать, да, этих можно запинать. В принципе, с джунглей, да, у нас нету много покемонов в джунгли, если че, о, так, сейчас сюда. Если честно, то у нас вообще толком их нету. Или если честно, то вообще-вообще нету ни одного. Поэтому я, ребята, если честно, не знаю. Нужно посмотреть. 1500 опыта на двоих. 1600, допустим. Так, более-менее. Не скажу, что супер. Поэтому давайте еще этих быстренько убьем. Может нам манки я словить? Может нам манки я словить? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. 47 уровень, ни хрена себе. Ни хрена себе. И 36. Если бы я хотел гудака, ребята, я бы словил псайдака. Но сейчас не очень. Так, это какой уровень? 26, 12 и там какой? И там какой? 25. Давайте, в принципе, вот этого попробуем словить. Даскбол, квикбол. 93 квикбола. Это офигеть просто. Давайте сейчас попробуем. Да. Словили, словили. Там еще Сайтера можно будет словить. Вот Псайдак. А может давайте и Псайдак. О, Эмолга. Сможет ли Эмолга прийти нам на замену по Черису? Может когда-то сможет, но не сейчас. Я хочу сначала прокачать по Черису до максимального уровня и посмотреть, действительно ли с нее что-то будет сыпаться нормально, когда она будет большим уровнем. Я там, смотрите, слева, 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 там был покемон. Забыл его название, если честно. Давайте сейчас посмотрим. Вот он где-то... Вот он, вот он. Какой-то чи-чи-чи-чи-пи-чи. Какой там? Да, чатот. Ну, практически угадал. Там чи-чи-пи-чи и чатот. Ладно. Дальше, куда мы можем пойти? Забдос. Ну, в принципе, Забдоса нам не нужно, да, но все же. А, нет, нужно. Да, нужно. 207 убийств, и у нас уже будет Забдос, точно. Я просто думал, что Молтрес. Молтреса нам уже не нужно, потому что Молтреса у нас уже есть. А Забдоса нету, нету. Давайте прокачаем еще Тайфлоужена. Его нужно, ну, как минимум прокачать 50 уровню, чтобы можно его было выложить, да, потому что... Потому что... Мы выкладываем только тех покемонов, которые уже более-менее так прокачаны. Если они там 30 уровни, то да вашу мать, это дождь тут. Если не 30 уровни, то мне кажется, нету большого смысла их выкладывать. Так. Покехил. Везер. Клир. Нафиг этот дождь так не вовремя. Жопа просто. Так.
Соломенц, это сюда, и полетели на нашем Соломенце. Кого мы можем еще тут убить? Кого мы можем тут еще убить? Не вижу, если честно. Как-то очень давно мы не встречали боссов. Да, ребята, как-то очень сильно давно. Было бы круто, если бы мы хотя бы встретили хотя бы такого одного боссика. Одного боссика, но почему-то я думаю, что этого не произойдет. Ладно. Магмара можно убить. Магмара можно убить. Так, вот так. 48 уровень. Нифига себе. И вот так. Замечательно. Нумила я не хочу. В принципе, в этой серии мы уже словили и Псайдака, и Манки. А поэтому Нумила я не хочу, ребята. Не хочу. Словим мы его потом. А с Магмара нам что-то дропнулось или нет? Мне кажется, что нет. Давайте поэтому еще парочку убьем. Ух, Почерису скоро будет 70 уровень. Или уже 70-й? Уже 70-й. Офигеть. Покехил. И потопали дальше. 70. Нормально, нормально. Нормально. Еще одного. Еще тут есть кто-то? Тропинч. Как, ребята, как думаете, ловить ли мне тропинча или нет? Смотри, если да, какой он там 11 уровень, если да, то мы словим, в принципе, Псайдака. Мы словим, кого еще там, Манки. И мы словим тропинча в одной серии. В принципе, нормально. Там еще Флайгоша есть. Ну, как бы, это один и тот же покемон, да, только разные эволюции. Посмотрим сейчас. Давайте, в принципе, его убьем. Он такой бесячий, нафиг, что это с ума может сойти. Вы помните, как он рычит? Так противно, что с ума можно сойти, если честно. Мы его, в принципе, убьем, даже не скажу, что очень трудно, но долго. Да, то есть не трудно, но долго. Так, все, замечательно. Ну что, ребят, ловим тропинча или нет? Давайте посмотрим, какой вот этот уровень. Если небольшой, то тогда давайте сначала похаваем. Тут нам как раз что-то выпало. С Магмара, как я понял. 26 не хочу, 26 уровня. Давайте словим, если даже будем ловить, то какого-то меньше уровня. Например, вот этого. Давайте посмотрим. Какой он там? Какой он там? 22. Вашу мать. Вашу мать. 29, 7, вот. Чем меньше уровень, тем лучше, потому что тебе дается возможность прокачать его так, как ты хочешь, и выбрать те умения, которые ты хочешь, а не которые у него уже есть, да? Так, ну что? Куда мы, ребята, будем еще идти, я, если честно, пока что не знаю. Давайте, может, еще полетаем? Знаете что? Давайте посмотрим. Покеболы, то есть покелуты, если они тут или нет, потому что все же я мир переобновил, то есть пересоздал, поэтому покелуты тоже должны были пересоздаться. Сейчас посмотрим, есть ли они или нет. Но по ходу дела, мне кажется, можно даже магмаров пинать, потому что они вроде и уровень, ну, этот не очень уровень, но все же. Из них даже лут выпадает. Вот эти Blaze Powder по одной монетке, в принципе, мне кажется, даже очень нормально. Давайте посмотрим. А прикиньте, если бы Гроудон заспавился, я бы охренел, если честно. Так, там боссов нету, боссов нету. Это обычный тренер. Это обычный тренер. Больше тут я никого не вижу. Ладно. Ну что, ребята, что бы нам делать? 70-й, 40-й уровень. 23 уровень Риол, ребята. Вы знаете, что мы будем делать. Да, в принципе. Ух ты, ни хрена себе, что-то у меня тут залагало. Мы, в принципе, и купим уже шапочку, я думаю. Ну, пускай будет. Давайте так сделаем. Купим один мастербол, купим одну шапочку. И 7 монет у нас еще останется. А мастербол, ну, вы понимаете, на всякий случай, то есть или кто-то может заспамиться, или просто-напросто нам и так нужно, да, вот, например, когда мы докачаем орб, то пойдем спамить Забдоса, то, в принципе, нам и так нужен будет мастербол, поэтому тут ничего такого нету. Это сюда поставим, 9 монеток еще, вот так, круто.
Поэтому пускай будет это сюда. Сколько там у нас Ореолу счастья? 155. Ребята, давайте мы хотя бы, я не знаю, сможем ли мы прокачать, точнее, эволюционировать Риолу в Лукарио в этой серии. Если да, то это будет охренеть просто. Давайте посмотрим, хотя бы постараемся. Хотя бы постараемся. Так. Сколько? 159. Давайте, дайте я выключу шейдеры, потому что ночью вообще ни хрена не видно, а шейдерами вообще. И убью. Да давай быстренько ты. И еще раз. И да, вот замечательно. Риолу. Мне интересно сколько? 163. В принципе, не так уж и много Риолу получает. Я думал, будет намного больше, хотя бы по 10, по 15 счастья, как это, в принципе, вроде было в предыдущих версиях, что ли. Ну, ладно, давайте посмотрим. Мне кажется, нужно... Мне кажется, нужно просто выложить. Давайте вот так. Давайте сначала выложим XP Share, потому что опыт не то, что в два раза делится, да, на Риолу и на Пачерису, а в три раза еще и на Тайфлоужена. Поэтому это не вариант. Давайте просто выложим и посмотрим. Риолу, Пачерису. Так, посмотрим, сколько было. 163, 104. Ух, ребята, я еще раз повторюсь, вряд ли мы сможем это сделать в этой серии. Вы сами видите то, что счастья не очень много дается по Чирису Риолу. Я думал, что будет намного больше. Вроде в предыдущих версиях там около 10 счастья давало за один уровень. Сейчас дает только 4 или 3 там, сколько. Как-то это очень мало. 175. Ну, хотя, если мы сейчас вот так потихонечку, то, в принципе, мы до конца серии даже сможем получить Лукарио. Мне так кажется. Давайте посмотрим. Да твою мать, если ты еще и лечиться будешь, то, конечно. Так, Force Counter. Ага. Замор Паш. Ага, понятно. Давайте вот так. Я понял, что это за атака, давайте посмотрим. Хотя, в принципе, сейчас она... Я не знаю, будет ли она работать или нет, но на этом мы 100% использовать не будем. А хотя... Форс спала. Хотя... Ну, сами видите, да? То есть, если первый удар был нормальный, то не значит, что второй будет. Ладно, давайте не будем страдать сейчас фигнёй. Эта атака, в принципе, может и крутая, но сейчас мы ее использовать не будем, потому что сейчас нужно как можно быстрее прокачать Риолу. Да твою мать, а? Так, вот. И еще раз. Да вашу... Я что, не выкинул Риолу? Ладно, сейчас. Сейчас. О, там как раз 49 уровень. Это офигеть, какой большой. И еще раз. Быстренько. Чтобы к концу серии это уже все прокачать, эволюционировать. Так, вылечим. Сколько? 100. Ух. Как это все медленно, офигеть, как медленно, ребята. Я не знаю, мы, в принципе, сейчас постараемся, но я не обещаю ничего, потому что вы сами видите то, что, мне кажется, в предыдущих версиях это намного быстрее было, да, то есть, прям, офигеть, как это быстро все было. Там вроде по 10 счастья с одного покемона падало, а сейчас как будто 3-4 счастья с одного, не с одного покемона, а с одного уровня. Поэтому это, если честно, не очень круто. 189. Ну, я буду сейчас стараться, ребята. Я буду стараться, чтобы хотя бы там за 3 минуты или сколько там у нас осталось прокачать. Докачать, точнее, не прокачать. По 500 опыта это, в принципе, немного. Гилибирд 23. Давайте быстренько убьем его. Там еще я вижу... Пылесосики есть где-то? Нету. Только не до пылесосики. То есть предыдущие эволюции. 15 уровень. И 24 уровень. Так. Замечательно. Вот тут еще есть Делибирд. Вот тут еще есть пылесос. И вот еще магнемат есть. Быстренько, ребята. Так, круто. Фух. Ни хрена себе. Давайте лучше возьмем Пачерису, чтобы... Ну, чтобы просто-напросто не убиться с одного удара. Вот, замечательно.
Сколько? Ребята, сколько? 193. Вряд ли мы сможем прокачать. Давайте, знаете что? Давайте мы это уже сделаем в следующей серии. Как думаете? Мне кажется, будет нормально, если мы это сделаем в следующей серии, потому что сейчас вы сами видите то, что это трудновато в данный момент. Тайфлоужен. Я не могу. Вот так давайте. Вот так давайте. Да ударь ты нафиг уже его. Вот так, наконец-то. Еще раз. Вот. Замечательно. Ребят, в этой серии, мне кажется, это будет реально трудно, потому что времени у нас-то, в принципе, уже не осталось. Как я уже сказал, у меня сейчас 6:40 утра. Это офигеть. Мне сейчас через час с чем-то там на работу идти, поэтому я и так проснулся в 5 часов, потом заснул еще на час, проснулся в 6 часов, пока все подготовил, то, в принципе, я еще раз говорю то, что громко я разговаривать не могу, в принципе, сами понимаете. Но все же я в 6 часов утра встал, чтобы еще серию сделать, чтобы день не простаивался без серии. Поэтому, ребята, хоть я и медленно говорю, но я надеюсь, то, что это заслуживает лайка, потому что... Ну, охренеть просто. Так, ладно, давайте уже вот этого добьем и, наверное, идем домой. Ребята, мне кажется, давайте уже будем на этом заканчивать. Серия и так уже больше, чем 20 минут. Я искренне извиняюсь, то, что я тихо разговариваю, то, что серия не длинная, потому что, ну, я уже вам два раза сказал, нереально, уже сейчас на работу нужно будет идти, еще там вставать, кушать, и вот этот все хрень, а времени, как говорится, нет. Я вчера просто пришел, я 8 часов утра заснул, просто охренеть, какой уставший был, поэтому все же я спланировал то, что хотя бы рано поутру встать и серию сделать, чтобы реально день не простаивался, поэтому я надеюсь то, что все-таки вы тоже не останетесь равнодушными и хотя бы поставите лайк. Я буду очень сильно рад, если мы наберем 1000 лайков, потому что если мы наберем 1000 лайков, то завтра же выйдет следующая серия. Я не говорю в ту же секунду, потому что если сегодня мы наберем 1000 лайков, то я не смогу, потому что я просто на работе буду. Но если мы наберем 1000 лайков, то я вам, ребята, обещаю то, что завтра же выйдет следующая серия, то есть... Каждая новая серия Пиксельмона каждый день. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, оставите свой комментарий, если хотите со мной пообщаться. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.